Приветствую, друзья. Как омолодиться с помощью метода ключ, управляя своим стрессом. Вебинар у нас будет очень исключительный, можно сказать, 22 февраля в 20 часов по московскому времени. И вот что самое главное. Там я расскажу и покажу, как переходить от конечных действий. Каждое действие, например, имеет начало и конец. Вот я взял мышку, да, от компьютера и поставил ее на место. А есть бесконечные. Это непрерывность. Например, у них там нету в этих действиях начала и конца. Они непрерывные. Это может быть восьмерка, это может быть левитационные движения, это могут быть другие движения. И вот как переходить от дробной, например, синхрогимнастики, давая понимание, что вот эта синхрогимнастика, которую человек может делать всего одну минуту, две минуты или пять минут в день, поддерживать свое рабочее состояние, работоспособность, творческую активность, неунываемость и прочее, как это связано с тем, что человек ходит туда-сюда по комнате, когда нервничает, стучит пальцами по столу, чешет затылок. Как это все связано, и как переходить из дробных действий к непрерывным действиям, от конкретного к бесконечности, и в этой бесконечности черпать для себя новую мудрость и здоровье, и открывать свои таланты. Ну, это будет потрясающий вебинар, ей-богу. Это очень важно, научиться переходить от конечного к бесконечному. Вот этот переход... Вот этот переход во всех методах мира завуалировано, не раскрыто, как-то частями показано. А вот метод ключ как раз-таки помогает, чтобы все эти пазлы сошлись в голове, и потом вы будете применять то, что мы сделаем на вебинаре в течение нескольких дней, и начнете чувствовать обретение гармонии в себе и со всем миром, и будете лучше понимать, как решать свои проблемы, самые различные. До встречи, друзья!